Представляю участника весовой категории до 77 килограмм. Номер один. Алик Козырев, мастер спорта «Экспресло». Номер два. Андрей Крыжановский, первый разряд «Денис Москвы». Номер три. Николай Андреев, первый разряд «Юнис Москвы». Номер четыре. Марсель Ахметов, мастер спорта «Экспресло». Номер пять. Максим Савельев, первый разряд «Юнис Москвы». Номер шесть. Магомед Таршкоев, кандидат мастера спорта училища Олимпийского резерва номер 2. Номер 7. Денис Щербаченко, первый разряд номер 2. Номер 8. Игорь Самородов, мастер спорта юнист Москвы. Номер 9. Альберт Бураков, мастер спорта юнист Москвы. Номер 10. Михаил Турбицын, первый разряд юнист Москвы. Номер 11. Сергей Максимов, первый разряд «Юнис Москвы». Номер 12. Дмитрий Яковлев, первый разряд «Юнис Москвы». Представляю судейскую тройку. Центральный рефери номер 2. Иван Сироклинов, международная категория. Рефери номер 1. Лев Иванов, международная категория. Рефери номер 3. Хасен Малиев, республиканская категория. Ведущий секретарь Данила Рыков со союзной категории. Участники судьи представлены. Подход неудачный. Участник имеет еще один подход. 2 минуты для подготовки. Ты там меньше разговаривай, Юрий Игнатьевич, и слушай, что говорит ведущий секретарь. Номер 2. Третий подход. Он не поднял, ты отметил, что он не поднял 90. Он идет на 90. Ты там чего, мух ловишь, что ли? Готовится номер 5 Максим Савельев,
и номер 11 Сергей Максимов. Номер 5. Максим Савельев. Первый подход. Номер 11. Максимов. Готовитесь. Номер 11, Сергей Максимов, первый подход. Номер 7, Денис Щербаченко, готовится. За ним номер 10, Михаил Трубицын. Номер 11 попросил до второго подхода 100 килограмм. Номер 7, Денис Щербаченко, второй подход. Номер 10, Трубицын готовится. Номер 7 попросил на третьем подходе 98 килограммов. Номер 10 Михаил Трубицын, второй подход. Номер 5 Савельев готовится. Номер 10 попросил 98. Номер 5. Номер 5. Максим Савельев. Второй подход. Номер 7 попросил для третьего подхода 100 килограмм. На дубле в подвале номер 7 пойдет на 100 килограмм в третьем подходе.
Нет защиты. 98 установить или штанги. Номер 5 попросил для третьего подхода 100 килограмм. Номер 5 заказал 100 килограмм. Номер 10, Михаил Трудицын, третий подход. Следующему весу готовится номер 12, Дмитрий Яковлев. Ассистенты, установите 100 килограмм. Номер 12, Яковлев готовится. Номер 12, Дмитрий Яковлев, первый подход. Номер 11, Сергей Максимов, готовится. Подход неудачный. Номер 12 попросил для второго подхода 105 килограмм. Номер 12, 105. Сколько третий заказал? Ты говоришь, хорошо. 110. Номер 3 попросил для первого подхода 110 килограмм. На трубе, наверху. Номер 3. Ты спрашиваешь или ты говоришь? 12 и 105, второй подход. Ты слушай, когда говорят. Номер 11, Сергей Максимов, второй подход. Готовится номер 7, Денис Щербаченко. Подход неудачный. Володь Широкинов сказал, коляску можно дисквалифицировать. Номер 7, Денис Щербаченко, третий подход. Номер 5, Максим Савельев, готовится. Всегда. Подход неудачный, закончился результатом 95 километров. Номер 5, Максим Савельев, третий подход. Готовится номер 11, Сергей Максимов.
Подход неудачный закончился результатом 95. Номер 11. Сергей Максимов, третий подход. Следующему весу готовится номер 12 Дмитрий Яковлев. Подход неудачный, закончен результатом 95. Установите вес штанги 105 килограмм. Номер 9 попросил 115 для первого подхода. Номер 9, 115 на дубле. Номер 12, Дмитрий Яковлев, второй подход. К следующему весу готовится номер 3, Николай Андреев. Установите вес штанги 110 килограмм. Готовится номер 3 Николай Андреев. Номер 12 заказал 110 для третьего. Номер 12 110. Номер 3 Николай Андреев. Первый подход. Готовится номер 12 Дмитрий Яковлев. Номер 12, Дмитрий Яковлев, третий подход. Сколько Андрееву? Номер 3 попросил 115 на второй подход. Номер 3 заказал 115. Следующему весу готовится номер 6 Магомед Торжкоев и номер 9 Альберт Бураков. Подход неудачный. Установите 115 килограмм. Номер 12 закончил рывок с результатом 105 килограмм. Номер 6 Ташкоев и номер 9 Бураков готовятся. Номер 8 заказал
125. Поступила перезаявка на дубль номер 8. Начнет рывок с веса 125 килограмм. Значит, номер... Номер 6 для второго подхода. Номер 6 заказал 120. Номер 9, Альберт Бураков. Первый подход. Номер 3, Андрей готовится.
Подход неудачный. Номер 6. Магомед Ташкоев. Второй подход. Готовится номер 9. Альберт Бураков. Подход неудачный. Номер 9. Альберт Бураков. Второй подход. Номер 4. Ахмед готовится. Номер 9 попросил 123 для третьего подхода. Номер 9 заказал 123. Номер 4 Марсель Ахметов, второй подход. И поступил в заявку. Номер 6 подойдет в третьем подходе к весу 122. Номер 6 заказал 122. Установите вес штанги 122 килограмма. Номер 4, Ахметов. Какой вес пойдет? 121 вам стоит. Номер 4 закончил рывок с результатом 120 килограмм. Номер 9. Альберт Бураков, третий подход. К следующему весу готовится номер 8 Игорь Самородов. Перерыва между рывком и толчком не будет. Участники готовятся к толчку. Черпаченко, 105 килограмм начнет. Перерыва не будет. Участники готовятся к толчку. Первым подойдет к весу 105 килограмм номер 7 Денис Черпаченко. Страх отменяется. Толчок начнет без перерыва.
Номер 8 Игорь Самородов, первый подход. Номер 1 готовится к следующему месту. Козырь. Номер 8 Игорь Самородов, второй подход. Номер 1 Козырев готовится.
жизнь. Установить межданки 135. Подсчет неудачный. Закончился результатом самородов 130 килограмм. Остался один подход и начнем соревнование в толчке номер 7 Денис Щербаченко. Свеса 180 килограмм. Номер 11 начнет толчок с веса 135. На добрый внизу. Номер 11, 135. А в штате вызван номер 1, Олег Козырев. Средний подход. Спасибо.
120 номер 2 заказал Нефтяного, номер 2 120. Номер 5 Максим Савельев, первый подход. Готовится номер 7 Щербачёву. Номер 5 заказал 125.
Номер 7, Денис Щербаченко, третий подход. А к следующему весу готовится номер 10, Михаил Трубицын. И номер 12, Дмитрий Яковлев. Thank you.
сумме набрал 210. Номер 5, Максим Савельев, третий подход. Закончился результатом 120, и сумме набрал 215 килограмм. Установите вес штрафа 130 килограмм. Готовится номер 3, Николай Андреев. Номер 3, Николай Андреев, первый подход. Номер 10, Крутицын, готовится. Номер 12, Дмитрий Яковлев, второй подход. Номер 10, Крупицын, готовится. Номер 10, Михаил Трубицын, третий подход.
Следующему тесту готовится номер 11, Сергей Максимов. Судья международной категории «Кляски», почему вы молчали до сих пор? Что человек взял 130 вместо 150, у нас этого нет. Ты смотришь на протокол или нет, уже ставим 135, а ты молчишь. Дисквалифицировали. Номер 4, Марсель Ахметов. Четвертый отказался. Номер 4 ответов отказался. Установите 135. Закончил рывок с результатом 130, и сегодня набрал 250. Thank you.
140 попросил номер 3. 140. Но уже ранний кандидат в мастера будет подходить к этому месту. А в штабе приглашается номер 12 Дмитрий Яковлев. Третий подход. Кому? Номер кому? Кому 145? Подход неудачный. Установите мне штанги 140 кг. Номер 9 попросил для первого подхода 145. Подумай, номер 9, 145 начнем. 140. Толчок с результатом 130 и в сумме набрал 235. Номер 3 Николай Андреев, новоиспеченный кандидат мастера спорта, третий заключительный подход. Номер 6 попросил 146 для первого подхода. Номер 6 доказал 146. Подход неудачный, закончился результатом 135. 250 сумме набрал. Кому 147? Вязкий, ты говорил кому-то 147. Так ты вначале нажми кнопку, потом говори. Не спеши, ёлки-палки. Ты номер не говоришь, а говоришь уже цифру килограмм. Кому? Скажи номер-то, нажми кнопку и говори. Шестой 147. На дубле, наверху. Шестой начнет 147. Установите мне штатный 145 килограмм. Готовится номер 9 Кураков. Номер 9, Альберт Кураков, первый подход. Номер 11, Максимов Такоев. Вместо счета 150.
50 попросил номер 9 ко второму, номер 9 заказал 150. Номер 11, Сергей Максимов, второй подход. К следующему весу готовится номер 6, Магомед Торшкоев. Но ты сказал цифру 160, а кто это?
не заявил. Говори. От тебя этого мы не слышали. Номер 8 попросить на первый подход 60. Номер 8 160. Номер 9 Бураков. Второй подход. Следующему весу готовится номер 6 Ташкой. Номер 6 попросил на третьего подхода 158. Установите межданки 155 килограмм. Номер 6, 153 подняться. Вес большой. Попросил 158 для третьего подхода. Номер 6 заказал 158. Вес какой? 155. Номер 9, Альберт Бураков. Третий подход. К следующему весу готовится номер 6, Торшкоя. Thank you.
68. 280 наград. И впервые выполнил награду мастера спорта всей России. Впервые номер 6 Магомед Ташкоев выполнил норматив мастера спорта, подняв в сумме двоеборья 280 килограмм. Установите 160 килограмм. Готовится номер 1 Олег Козырев. За ним номер 8 Игорь Самодолов. Номер 8 попросил 165 во втором подходе. Номер 1 Олег Козырев, первый подход. Номер 8 готовится к следующему месту. Без защиты. Установите межкатный 165 килограмм. Готовится номер 8 Самодолов. Номер 1 попросил 167. За второй подход. Номер 8 Игорь Самородов, второй подход. К следующему тесту готовится номер 1 Олег Козырев. Установите вес штанги 167 килограмм. Номер 8 попросил для второго подхода 167. И он первым подойдет к этому весу. Ребята, 167, добавьте. Номер 8 Игорь Самородов, второй подход. Номер 1 готовится. Номер 1 попросил 170. На второй подход. Значит, штанги продолжается все тот же Самородов. Осталось 24 секунды.
Следующий вес. 70. Установите мне штанги 170 кг. Внимание, спортсмены весовой категории 85 подняться наверх и построиться перед входом в коридоре, перед входом в зал соревнований. Повторяю, подняться всем участникам весовой категории 85 для представления. Номер один, Олег Козырев, второй подход. Установите мне штанги 172 килограмма. Поступила перезаявка. Номер 8 попросить для третьего подхода 175. Значит, весу 172 будет вызван Козырев. Номер 1. Олег Козырев, третий подход. К следующему весу готовится Самородов. Две минуты. Прошла одна минута. Подход неудачный, закончен с результатом 170 и в сумме набрал 305. Установите мне штанги 175 килограмм. Номер 8. Игорь Самородов, третий подход.
Если он поднимает этот вес, он занимает первое место в этой категории. Обыгрывает Козырева по собственному весу. Спасибо. Убрать не стал. Через пять минут.